Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Вот я связала вот такую кофточку, срегла кокеткой сверху, именно с планками и узором в кокетке. Вы знаете, у меня есть на канале видео уроки, как связать реглан кокетку. Ну, здесь мы с вами свяжем именно реглан кокетку с планками. У этого кардигана горловину мы свяжем резиной 1х1, а планочки вяжем платочной вязкой. И после горловины сразу начинаем узор. И насчет этого узора тоже знаете. У меня есть отдельный мастер-класс вязания этого узора. Можете посмотреть и ознакомиться, как вязать этот узор. Видите, друзья, у нас горловина прилегающая. И длина горловины 44 сантиметра. Соответственно, здесь вяжутся 115 петель. Для планки отделяется по 6 петель. И после планки этой стороны и с этой стороны по одной петле, которую всегда мы вяжем изнаночными петлями. И эти петельки я называю предпланочные петли. И, друзья, когда мы вяжем горловину резиной 1х1 с планками, мы обязательно должны взять общее количество петель в нечетном количестве. И это нам дает, когда мы после планки начинаем резину с изнаночной петлей и заканчиваем тоже до планки изнаночной петлей. И у нас сохраняется симметричность обе полочки. Еще самый нужный совет, друзья, горловину мы начинаем связать на одну размер меньше спицы от предполагаемой спицы для вязания тела кофточки. Я вязала тело кофточки со спицы номером 4, значит, я здесь горловину начну со спицы номером 3. 2-3 ряда провяжу, потом поменяю спицу на 3,5. Опять 2 ряда провязала, поменяю на спицу 4. И еще, друзья, в начале вязания горловины мы должны открыть первую петельку для пуговицы. Это как открывать, я вам на всякий случай покажу на практике. Не включая наборного ряда, друзья, мы здесь провязали 4 рядов, и на 5 ряду я на правой стороне планки буду открывать петельки для пуговицы. Первая петля лицевая, потом вторую, третью петлю провяжем вместе с наклоном вправо, в эту сторону. И берем накид. И продолжим наше вязание планки. Теперь мы на изнаночной стороне. Накид тоже провяжем лицевой петлей. Вот, друзья, мы здесь вот образовали петельку для пуговицы. И следующие петельки откроем на расстоянии 1,5 сантиметра. Это, соответственно, будет 32 рядов. И здесь у нас в кардигане помещается 6 петель для пуговицы. И последняя пуговица у нас должна быть вот здесь, именно когда мы будем заканчивать кардигана. И обязательно обратите внимание, петельки в женских одеждах должно быть в правой стороне планки. И еще, друзья, хочу сказать для незнающих или для интересующих, именно какое расстояние должно быть между петельками для пуговицы. Например, в одеждах у детей, когда маленькая пуговка, должно быть расстояние 6-7 сантиметров. А когда пуговка большая, тогда должна быть от 7 до 9 сантиметров. А у взрослых, вот смотря какие пуговки, друзья, и расстояние, соответственно, будет вот такими цифрами.
Эту таблицу я вам даю на всякий случай. Может, вам пригодится. А как будем определить именно сколько пуговицы нам нужна будет в кардигане, друзья? Определяйте длину вашей планочки кардигана и, соответственно, будете делить на эти цифры. И у вас выйдет, сколько петельки вам необходимо открыть для кардигана. Для кокетки 115 петель. Из этих петель на узор уходит 101 петель. А 14 петель, это у нас будет по 6 петель для планки с обеих сторон и по одной петле предпланочные петли. Узор раппорт состоит из 10 петель, и здесь у нас в кокетке помещается 10 раппорта узора. И как мы начнем узор в кокетке, как мы распределяем петли, все я вам на практике покажу. Всего в горловине провязано, когда не включаем ряда набора, 7 рядов. Мы сейчас в конце ряда. На изнаночной стороне, друзья, кроме петельки планочки, все петли провяжем изнаночными петлями. И заодно каждую десятую петлю мы разделяем с маркировками, чтобы нам удобно было начать узор в кокетке. Начинаем отделять по 10 петель для узора. Первые петли мы не посчитаем. Начинаем считать 10 петель. Раз, два, 10. Ставим маркировку. Опять посчитаем 10 петель. 10. Десять. И вот это у нас петля планки. Это не включается в узор. Вот таким образом, друзья, мы распределили петли для узора. Вот, друзья, мы теперь на лицевой стороне. Теперь мы начинаем вязать узор. И в конце у нас остается одна петля. Эта петля считается петля для симметрии. Это вяжется как первая петля в раппорте. Значит, это вот у нас лицевая петля. Потом изнаночная петля. Это петля перед планкой и петли планки. Когда у нас кокетка готова, будет 35 петель. Мы от этого цифра отнимаем 6 петель, петля одной планки. И остается 329 петель. И это 320 петель мы считаем 100%. И для 2 рукава, друзья, пойдет за это 100% 38% от общего количества петель. Это мы определяем. 329 умножаем на 38, вот это 38%, и делим на 100. Равна будет 125. Эта цифра мы возьмем в четном количестве 124 петли. И эта цифра у нас за 2 рукава. Когда мы делим на 2, у нас получается для 1 рукава будет 62 петли. Теперь, друзья, для тела кардигана. От 329 отнимаем вот эту цифру. 124. И получается 205. И эта цифра, когда мы делим на спинку и на перед, на две части, у нас получается 103 закругленно плюс 102. Спинка будет у нас 103, а перед будет 102 петли. Вот таким образом, друзья,
мы распределили петли. Для рукава по 62 петли, для спинки 103 и для переда 102 петли. Теперь нам придется распределить петли переда на 2 полочки. Для этого от 102 отнимаем еще одну 6. Это будут петли другой планки. И у нас остается 96 петель. И это мы распределяем на 2, на 2 полочки. И у нас получается по 48 петель. Значит, одна полочка у нас имеется 48 петель. И вот готовая схема у нас, друзья. А когда, друзья, мы начинаем распределить петли кокетки на части кофточки на практике, будем начинать с левой полочки. Посчитали 6, 1 петлю и 47 петель, ставили маркировку. Опять посчитаем 62 петли, ставим маркировку. Потом посчитаем петли спинки, посчитали 103 петель. Здесь мы остановимся. И остальные петли рукава и полочки мы просто отделяем маркировками вот здесь, посчитая. А здесь мы начинаем уже оформлять росток, поворачивая нашу работу. Таким образом мы оформляем здесь росток, провязывая 12 рядов. На 12 ряду дойдем до конца петли спинки. И здесь мы сразу будем отделять петли правой рукава. И добавим петли для подреза и соединим правую полочку кардигана. И на изнаночной стороне, друзья, мы будем провязывать все петли изнаночными петлями. И когда дойдем до начала петли левого рукава, здесь мы отделяем петли левой рукавы и соединим левую сторону полочки. И теперь у нас отделяются петли тела кардигана, и будем отдельно провязывать тело кардигана, и отдельно потом будем провязывать рукава с обеих сторон. Теперь, друзья, как можно увеличить или уменьшить размер этого кардигана. Кокетка в данной пряже и данными спицами, друзья, именно предназначена для 50 размера. Если вы хотите увеличить размер, вы спокойно можете добавить петли в подрезе больше количества, и, соответственно, вы можете увеличить размер кардигана. А чтобы уменьшить размер, друзья, вам надо будет тоже поменьше количество подреза, например, не 8, а можете добавить по 4 петли. И с этим у вас кардиган получится 48 размер. Если хотите еще побольше уменьшить размер, тогда вам придется взять потоньше пряжи и вязать кардиган со спицей 3. И можете с этим спокойно корректировать на свой размер. 46-44. С этим, друзья, я заканчиваю свой обзор и короткий мастер-класс этого кардигана. Желаю вам всем удачи и радостное вязание такого кардигана. До свидания, до новых встреч!